Добрый день, друзья! Хочу приготовить на ужин очень быстрое рыбное блюдо. У меня будет сегодня горбуша с брокколи в сливочном соусе. Это невероятно вкусно, несложно. Не успеете оглянуться, и готовое блюдо уже будет дымиться на вашем столе. Для приготовления у меня свежая горбуша, сливки, брокколи, зеленый горошек замороженный, красный перец, репчатый лук, соль, перец, специи для рыбы, мука и зелень. Небольшой кусочек горбуши я нарезала. Удалила кожу, удалила все косточки. Теперь немного ее присаливаю, поперчу. И смажу небольшим количеством специй для рыбы. Теперь кусочки рыбы обжариваю до полуготовности, только без фанатизма, именно до полуготовности. Очень-очень-очень быстро. Буквально по минутке, с одной стороны и с другой. Красный перец нарежу такими широкими полосками и тоже обжарю очень-очень быстро. Брокколи я разделила на такие небольшие соцветия и отварю их в подсоленой воде ориентировочно 3-4 минуты после закипания. Как только ножки, вот эти вот ножки станут мягкими, все, можно откинуть на дуршлаг. Воду для варки нужно обязательно подсолить. Все ингредиенты для блюда я подготовила, теперь быстро приготовлю соус. Для соуса порезала мелко лук, кладу его на сковороду и обжариваю. Как только лук хорошо зарумянился, добавляю ложку муки и хорошо ее пассирую, так, чтобы мука в соусе не была ни в коем случае сырой. Теперь вливаю сюда сливки и довожу до кипения. Сливки у меня 10% для варки. Можно, разумеется, сливки заменить на молоко, можно на сметану. Все дело вкуса. Закипевшие сливки подсаливаю, насыпаю перец. В конце добавляю зелень, и все, соус будет готов. Видите, все делается крайне быстро. Вроде много компонентов, и вроде как много процессов, но на самом деле все процессы занимают буквально 1-2 минуты. Теперь в большую сковороду выкладываю брокколи, сверху выкладываю красный перец. Заливаю все соусом. Сверху кладу кусочки рыбы. И все присыпаю зеленым горошком. Довожу до кипения и уменьшаю огонь прямо до самого-самого минимального. И все это тушу буквально минут, ну, 5-6 минут. Разумеется, долго это тушить не следует, ведь и лосось, и брокколи, и перец готовы. Нужно просто, чтобы загустел соус и одновременно взял вкус и аромат рыбы. Вот и все. Закрываю крышкой. И 3-4 минуты все будет готово. Разумеется, такое блюдо подается теплым и очень вкусно со свежим хлебушком. Вот такой полезный и вкусный ужин получился. Я просто обожаю это блюдо за простоту приготовления и его очень нежный вкус. Причем рыбку можно использовать абсолютно любую, начиная от дорогой и кончая самой-самой-самой дешевой. Готовьте, друзья, это очень вкусно. Спасибо всем, кто составил мне компанию в то время, когда я готовила. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваше неравнодушие. Мне это очень и очень приятно. Желаю всем здоровья, добра и, главное, мира. С вами была Дина Крем.